Salam uşaqlar, rus dilində 8-ci sinif üçün uruq 43-ci, 43-cü dərsimizdə Kto soşinyayet skazki? Uşaqlar, mən indi cümlə-cümlə oxuyub tərcümə edirəm, amma tam mətni bilirsiniz ki, mənim layihəm var, dinlə və oxu, orada tam oxuyaram tərcüməsiz, orada qulaq asa, deməli asa, yəni siz də oxuya bilərsiniz uşaqlar. Gəlin başlayaq. Kto soşinyayet skazki? Kim nağılları kim yazır? Deməli, что за прелесть эти сказки? Александр Сергеевич Пушкин. Bu nağıllar nə qədər gözəldir? Пушкинin sözləridir. Знаешь ли ты, кто придумал те сказки, которые ты читаешь в книге или смотришь по телевизору? По телевидению. Deməli, burada deyilir ki, bilirsinizmi siz, deməli, kitabda oxuduğunuz, televizorda baxdığınız o nağılları kim fikirləşib? Aha. Большинство сказок написано учеными от сказителей. Deməli, nağılların əksəriyyəti nağılçılardan alim tərəfindən qeydə alınır. Deməli, сказители – это люди, которые знают и умеют рассказывать народные сказки. Нағылшылар о инсанларды ки, халк нағылларыны, деməli, билиллер вә онлары данша билиллер, деməli. Откуда узнает сказку сказитель? Деməli, бәс нағылшы хардан өйрәнер бу нағылары? Иногда он слышит новую сказку от других людей, иногда помнит с детства, услышав от своих родителей. Бәзен башка инсанлардан да ешеділлер, бәзен ұшақлықтан, яғни валдейнлері даншылар. Ага. Но расскажет он сказку все равно по-своему. Деməli, анжақ нағылы өзіне мәсус шәкілді даншарда, яғни білсе де, өрянсе де, өзіне мәсус оны даншар. В сказках он отражает свой жизненный опыт и мир, вставляет любимые поговорки. Нағылларда хаят тәжірбәсін, әкс еттірер, ән севімлі мәсәләләрі аталар сөзін алаве едер. Но бывает и так, что сказку пишет писатель. Деməли, анжақ елә, да, яғни, анжақ, мәсәлән, бір язычын да, нағыл язмағы да олуғыр. Ага, он придумывает ее или соединяет несколько фольклорных сюжетов в один. Деməli, өзіннен фикерләшер оны, я да, мәсілін, бір нече швай, деməli, халк ярадызылығы да, бұл фольклора сюжетіні бір-біріне бірләштірер. Детям всегда одинаково интересно читать и сказки про Пиноккио итальянского писателя Карло Коллоди и сказку про Буратино русского писателя Алексея Толстого. Ушаклар, деməli, burada deyilir ki, uşaqlar üçün həmişə eyni dərəcədə maraqlıdır oxumaq nağılları. İtalyan yazıçısı Karlo Collodi'nin Pinokyo haqqında və də rus yazıçının, məsələn, Tolstoy'un Buratino nağılın. Belə uşaqlar. Və uşaqlar, burada bizim sözlərimiz var. Жизненный опыт, фольклор, сказитель, поговорка. Birinci tapşırıqda uşaqlar, закончите предложение, используя материалы текста, кто сочиняет сказки. Сказители – это люди, которые знают и умеют рассказывать народные сказки. Deyə cavab verirsiniz, cümləni tamamlayırsınız. Иногда он слышит новую, сказку от других людей, иногда помнит с детства, услышав от родителей. Но расскажет он сказку все равно по-своему. Все равно по-своему. Детям всегда одинаково интересно читать и сказки про Пиноккио итальянского писателя Карло Коллоди, и сказку про Буратино русского писателя Алексея Толстого. И кинди тапшрыхта. Составьте словосочетание глагол плюс существительное. İzuçiti slava isteksa, kto soçinyayet skazki? A, oradan seçməliyik, bu mətindən seçməliyik uşaqlar, deməli, feil üstə gəl isim. Deməli, gəlin yazaq onları da. Gəlin yazaq. Deməli, qlagol plus suşistvitilni. Necəndi tapışırıqımızdır uşaqlar? İkinci. Yazaq. İkinci tapışırıqımızdır. Aha, deməli, qlagol plus suşistvitilni. Deməli, feil üstə gəl isim olmalıdır. Gəlin, baxaq. Çitat, çitayəş knigu, məsələn, onu, deməli, qlagol çitat, što knigu. Belə yazaq, çitat knigu. Çitat
книгу. Китап охумах. Сора. Смотришь по телевизору. Смотреть по телевизору. Или смотреть телевизор, да я замах смотреть. Смотреть телевизор. Телевизор. Что телевизор? Что делать телевизор? Смотреть. Бурда. Сора. Читать сказку. Читать сказку. Нагалу охумах. Записать сказку. Язмах. Нагалу. Записать сказку. Знать сказку. Нагалу. Бильмяй. Знать сказку. Ага. Рассказать сказку. Что делать? Даншмах, Яня. Рассказать сказку. Услышать. Ищет мя, Яня. Садак ушахла. Услышать сказку. Отражать опыт. Вставить поговорку. Вставить поговорку. Писать сказку. Угу. Соединить сюжет. Ахпелев шахлар. Кетя ютюнджу тапширгамза. Образуйте от данных существительных форму множественного числа. Выпиши существительные в таблицу. Впишите. Ага. Келем шахлар демели. Без олар хамса и семляр верлифты демели. Тек халда в единственном. Бизде дем халда. Оны язмалы. Шахлар демели. Үчтү. Угу. Ида. Кутаранда. И әрифінен құтаранда. Сонғыра ая құтаранда. Нәді? Яйнан құтаранлар, ұшақлар. Кәрін бақақ көрі әйхансы. Бізім сөздәріміз бар бұрда. Демәлі. Сәді көрісін. Аға. Демәлі, словар сөзі. Ұшақлар, мен сізе она кешмәміш бұл бір қайда görsədim. Mən hər dəfə görsədirəm. Yəni, biz hansı bir qaydanı keçiriksə, sizə qaydalar görsədirəm ki, sizin üçün çətin olmasın. Yəni, adi bir yəni, belə deyək ki, adi sizə başa salıram ki, siz tez onu qavrayasınız bu qaydaları. Çünki çox çətin qaydalardır, mən bilirəm. Ona görə də onu sizə adi bir sözlərlə, yəni, öyrədirəm ki, siz tez onu başa düşəsiniz. Bax, məsələn, necə deməli, tək haldan biz onu cəm hala çevirə bilərik. Necə? Yəni, hardan bilək ki, məsələn, burada ıydı, iydi, yoxsa ıy, i, ay, yoxsa ya yazaq uşaqlar. Bax, belə bir qaydamız var. Bunu da istəyərəm ki, uşaqlar, bax, hansı bir qaydanı göstərirəmsə sizə, istəyərəm ki, bir qayda dəftərinizə yazasınız. Çünki çox kömək olarsa, həm imtihanda, məsələn, testlərinizdə. Deməli, bu kişi cinsinə aiddir, mužskoy rod, onu moy deyirik, düzdürmü uşaqlar? Deməli, burada hansı, deməli, burada yazmışam ki, məsələn, hansı sözlər? Məsələn, adi bir sözdür, student götürək, tələbə. Studenti deyə i, student tələbədir, studenti tələbələr deyə. Məsələn, zavod, zavodlar deyə, bank, banklar deyə, larlər deyə, məsələn, onun elə tərcüməsi var. Pripadavəti məllim, məllimlər deyə. İndi nə vaxt biz ı yazırıq, nə vaxt i yazırıq deyə onu bilməliyik. Ona görə burada pravila yazmışam. Deməli, o qaydadır. Hansı qaydadır? Deməli, samitlə qutarırsa kişi cinsinə aiddir. Ha, uşaqlar, hələ kişi cinsindəyik biz. On moy. Deməli, samitlə bitirsə, saqlasına, samitlə bitirsə, üstə gəlir ı cəmdə. İ sonluğu gəlir. İndi sizə göstərəm. И кратко ilə мягкий знак ilə qutarsa, onda i ilə qutarır. Bir də həmişə sonluqdan qavaq, k, g, h, ş, j, ç, ş varsa, əlbəttə ki, i
sonluğu gəlir. İndi sizə göstərdim uşaqlar. Məsələn, student yazmışıq. Samitlə qutardım uşaqlar. Samitlə qutardı. Üstəgəl i. Studenti. Sonra, məsələn, zavod, zavodı. Gördünüzmü? D ilə qutardı, samitdi. İndi, məsələn, burada bank sözü. Bank k ilə qutardı. Düzdürmü? Baxırıq, bizdə qaydada k ilə qutaranlar, qışı, i sonluğu deməli olur. Banki. Preparavatel sözü. Preparavatel məhki znak olmağına baxmayın. Bunlar axı kişi cinsinə aiddir, həmi də istisnadır, düzdürmü? Ona görə də məhki znakla qutarırsa i. Preparavatel, preparavateli deyə uşaqlar. Burada da bu niyə yazmışam? Bunlar da istisnadırlar. Druq, druziya olur. Brat, bratiya. Sin, sınafi. İstisnalı əlbəttə ki, onu öyrənmək lazımdır. Yadınızda saxlayandan sonra o qədər də çətin deyil. Keçək qadın cinsindən necə cəm xalında deməli olur. Deməli, ana maya deyirik. Jenski rod, qadın cinsi. Firma sözü. Firmı. Studentka, studentka da tələbədi, amma qız tələbiyə deyilər studentka. Amma oğlan tələbələrə student deyilir. Deməli, studentka, studentki olur. Подруга, подруги, фамилия, фамилии, тетя, тети. Бурда, нетер гайда иштир, ушахлар. Айнан кутарырса, мэсэлэн, фирма кутарды мы? Фирма. Демэли автоматик ыйны, демэли ый олур. Фирмы. Сонра, студентка. Айнан кутарыр. Студентки. Ния? Ния дейрсіңіз ки, ыя кутармады, ахы, ая кутарды? Йох, ушахлар. Адан sonra axı a bizdə var. Sonluq düşməlidir axı, çünki cəm xala gedəndə olanda burdakı tək halda olan düşür, düzdürmü? Ondan sonra axı k var. Bizdə də k hərfi görürsünüzmü? Burada da eyni qaydadır. Kişi cinsində də, qadın cinsində də k var, düzdürmü? Avtomatik deməli i olur. Student ki, podruga deyəndə подруги. Г var axı burada görsünüz mü? A düşür, G var. Deməli, qaydamızda G var ki, K, G, X, Ş, J, Ç, Ş olanda İ olur. Düzdür mü? Sonra, yayla. Məsələn, ayla qutarırsa İ oldu. Başa düşdük. Məhki znak yayla qutarırsa qadın cinsində sözlər. Deməli, məsələn, çötə sözü görsəmiz mi? Çötə yayla qutardı. Düzdür mü? Burada T da yoxdur ki, burada. Düzdür mü? Ancaq bu hərflərə, samitlərə aiddir. Deməli, yayla qutardı, çoti olur. Uşaqlar, bax belə. Keçək orta cinsdə, uşaqlar. Orta cinsdə də eyni bir şeydir. Deməli, средний род, оно моё. Məsələn, o ilə qutarırsa, məsələn, окно yazmışam. Görsünüz mü? Окно, pəncərə, окно. Окна deyə a sonluğu olur. Ye ilə qutarırsa, ya. Deməli, море, dəniz, Maria deyə dəyişir. Və mə olanlar, mən istisna sözləri demişəm sizə də, времена, время, имя, стремя deyə, bax, 10 dənə sözümüz var, onların hamısı mə qutarır, onlar mena deyə düzəlir. Время, времена deyə, bunlar istisna sözlərdir uşaqlar, время, имя, имена. Стремя, стремена deyə, bax, belə dəyişir. Əsas bunları yadınızda saxlayırsınızsa, ondan sonra sizə o qədər çətin deyil. Gəlin, keçək indi. Slavar, o qaydanı biləndən sonra sizə o qədər də çətin olmaz uşaqlar. Gəlin, indi yazaq. Deməli, birinci söz slavar. Deməli, slavar, moy slavar. Düzdür mü? Moy slavar, bu da kişi cinsinə aiddir. Slavari, slavari deyə. Картина, моя картина, деməli, qadın cinsinə, картина, картины deyə yazırıq. Картины, мən seçirəm indi ıya olanları, картины. Sonra романы, романы, проспекты, проспекты. Угу. Sonra кофты. Кофты. Bilirsiniz ki, hər qaydada da özünün istisnalar olur. Amma belə baxanda, bu indiki görsətdiyim cədvəllə baxırsınız ki, düz gəlir. İstisnalar var. O, hansı bir qayda istəyirsinizsə, içində olur istisnalar. Улицы. Bax, bu sözlər ı ilə yazılır. İndi iyə keçir. Словари. Sonra тетради.
тетради дия дюзялер. Сора яблоки, яблоки, аудитории, аудитории. Ага, сонгра ушахлар. Ножи, ножи, нож, ножи, ложки, кашахлар, пчахлар, аптеки, аптеки, сонгра календари, календари, шахлар, парки, парки, подруги, подруги и станции. Ага, станции. Станции, где? Дюзялер. Инде айкете. Бурда да. Слова. Слово сёзды, слова да сёзлярды. Слова. Города, шэрлер. Города. Письма, мэхтуфлар. Письма, где? Дюзялер. Дом. Эвде, дома да эвлер. Окно, пензереды, окна, пензереля. Инде яйна кутаранлар. Упражнения, тапшырыхлар. Упражнения. Упражнения. Аудитория. Аудитория. Так, демели аудитория. Яйна кутарышса ушахлар. Демели аудитория. Аудитории. Много аудитории, да? Без бурда юх, шахла аудитория, бурда язмалы их. Аудитории, букалов бурда. Много аудитории, аудитории, да? И на кутарар. Ага, сонгра, здания. Здания бирды, здания, чух туда, демели. Здания, да? Бахбеля ушахлар, ага. Кечек, демели, дёрдюнцю тапшырыга. Ставьте вместо точек слово «есть» или «нет». «Есть» – «вар», «нет» – демели, «ёхту» демекти. Келин язах. Бер, кетерим. Номер 4. Демели, хамсын язмырам. Нюктелерин еріне лазым олан сөздері. В нашем городе есть цирк. Бізім шәһәрдә цирк «вар», «есть». Сонра икенцеде «урины». «Нет брата» дия. «Нет». Рананың гардашы йоқту. Четверті. У Динары есть сестра. Есть. Динараның бадысы бар. Есть. Де. И дөрт. В классе есть доска. Де. Есть доска. А, так, в классе. Ага, четвертая. Теперь шахлар пятая. Пятая. У Теймура есть компьютер. Де. Есть. Пятое. У Теймура есть компьютер. Демель, Теймур, компьютер вар. Шестое. Здесь нет буфета. Дия язарсыңыз. Бұрда буфет йоқту. Еді. На этой улице нет поликлиники. Дия бұрда да. Поликлиника йоқту бұрда. Бұчучада. Сәкізі. В школе есть спортзал. Дия есть. Дия. В школе есть спортзал. Спортзал вар. Бұмейтевті. У Сулеймана есть фотоаппарат, да? Есть фотоаппарат. Он. Ага. Демели. У Тамилы нет словаря, да? Нет, да? Язырық шахлар. Ага. Он берда. В школе есть библиотека. Мектепте китапхана вар, да? Есть язырсыңыз. Кечай. Демели. Бешінзі тапшықта ушақлар бұрда. Демели. Топмаджамыз вар. Чтоб скорее в библиотеке отыскать ты книгу смог, в ней бывает картотека, специальный каталог. Дия. Угу. Каталог. Буквы, значки, как бойцы на парад, в строгом порядке построены в ряд. Каждый в условленном месте стоит и называется строй. Алфавит. Алфавит, шахлар. Алфавит, дия. Ага. Сонра кете алтынзы тапшырығымызы ұшақлар. Вместо точек ставьте местоимение. Он, она, они. Он деген да ұшақлар. Демәлі бұрда. Он кіші дінсіна айтты. Ана қадын дінсіна. Они да жәмдәді ұшақлар. Демәлі. Мен елі китапта язым ұшақлар. Он был в театре. Первое он. Ұшақлар он.
Сора, они писали контрольную работу. Они джамда дейлер. Он читал газету. Она смотрела. Бурда гаден дзинсна айт олдуна. Она дия язаров. Она слушала. Она слушала музыку. Он жил. Жила олса. Она язардых кёрсен. Жил. Бурда слушал олсайды. Он язардых. Ама кёрсен. Слушала. Гаден дзинсна айт олдуна. Она яздых. Сонгра. Они работали в школе. Дия. Они язарах. Сейчас кюда кюрат. Жерстирам шахлар. Та билмирам харда чаким. Чольда ойнашилар шахлар. Ага. Восемь. Демяли. Они. Бурда да они выполняли. Они выполняли домашнее задание. Девять. Он смотрел футбол. Он. Ага. Она писала письмо. Дия. Бурда язара. Ага. Вставьте в стихотворение подходящую по смыслу слова. Бурда сөздер вар, мен де дейм. Хами язым или бурда ушақлар. Демәлі, я хотел устроить бал. Я гостей к себе, ушақлар, позвал. Язырық, позвал. Позвал. Купил муку, купил творог, испек рассыпчатый пирог. Пирог. Пирог, ножи и вилки тут, но что-то кости. Не идут, не идут. Я ждал, пока хватило сил, потом кусочек откусил, откусил. Угу. Потом подвинул стул и сел, и весь пирог минуту, шахлар, съел, съел. Когда же гости подошли, то даже крошек не нашли, не нашли. Не нашли. Я захотел устроить бал, и я гостей к себе позвал. Купил муку, купил творог, испек рассыпчатый пирог. Пирог, ножи и вилки тут, но что-то гости не идут. Я ждал, пока хватило сил. Потом кусочек откусил, потом подвинул стул и сел, и весь пирог в минуту съел. Когда же гости подошли, то даже крошек не нашли. Келлингенде сякезінде тапшырыға кече, ұшақлар сякезінде тапшырықта да. Демәлі, бұрда ноттар верліп, до, ре, ми, фа, сол, ля, си. Бізді олары кере сөздер дүзелді, ұшақлар. Демәлі, бұрда хансы сөзді, хансы язылмалды, ұшақлар. Демәлі, керім оны язақ, ұшақлар, чүнкі білірім ке, дүз келмей жейп білім, керім язақ. Демәлі, симпатичный. Ага, симпатичный. Ярашықлы демекті. Симпатичный. Симпатичный. Сонра. Реклама. 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 Спасибо. Сау, спасибо. Сонра. Лялька. Лялька баладжа демәлі ұшаға дейлер. Жоқ баладжа. Ага. Лялька. Біз, мәселен, дейірік бәбәді, дейірік ке бәбәді. Баладжады, о да русларда елә біл. Баладжа ұшақлары ләлкә дейілер. Ләлкә. Ләлкә. Сонра, бұл ләлкә. Сирата, етім демекті. Сирата. Аға, сонра. Ребус. Ребус. Сонра, капля. Тамцы демекті. Рельсы, рельсы, ремонт, ремонт, ага, перерыв, перерыв, сонра, директор, угу. Директор, алы наш сөз, такси, 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 репка, ага, сонра, ушақлар, дом, дом сөз алынар. Миска. Миска. Лягушка. Лягушка. Помидор. Помидор. Черепаха. Черепаха. Море. Море. Садовник. Садовник. Сонра, резина,
резина, резина, добыча, добыча, коляска, так, коляска, угу, коляска, сора, дорога, дорога и сирень. Дорога и сирень. Шахлар. Пеля. Кечай темели у шахлар. До кузунжу тапшарахта употребите данные в скобках прилагательные, в скобках прилагательные в нужной форме. Демели. Бурда Аламет билдирен сөздер сифетти. Олары герей сонуғын дейше. Шахлар. Мой друг живет на последнем этаже. Дия. Сен язмырам шахлар или о сөздері. Өтерзеді олан сөздері дәйшелі. Последнем, на последнем. Последнем этажем этого дома. Второй. На берегу моря он увидел лодку знакомого, знакомого рыбака. 42 раза в неделю. Два раза в неделю я посещаю спортивную секцию. Спортивную секцию. Дёрт. Демели. В этом маленьком доме жил известный художник. В этом маленьком. Маленьком. То есть Юньяза в маленьком доме. В этом маленьком доме жил известный художник. Ага, пять. Пассажиры подошли к последнему вагону. Вагону какому? Последнему, да? Последнему. Последнему вагону. И шестой шахлар. Вчера я был в гостях у старшего. Я язах. Старшего. Я не пью кардаш, не виндейдем. Старшего брата. Ага, кетя инди онунжу тапшырға шахлар. Демели, бурда да джумлялары. Дюз язмах лазым, да, мен язым. Посещает из города туристы Древней Англии русские. Ага, демели, язырых. Русские туристы. Русские туристы. Туристы. Посещают. 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 Древние. Древние города Англии. Англии. Демели. Угу. Второй. В театре смотрят музыкальном этом спектакле дети. Ага, дети в этом театре смотрят музыкальные спектакли. Где? Я захшахла. Дети. Дети в этом театре. Театре. В этом театре. Смотрят. 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 Музыкальные, музыкальные, музыкальные спектакли, спектакли, угу, спектакли у шахлар. Ве ичунджусю, в парке каждое я городском люблю утро гулять, в каждое утро я люблю гулять в городском парке. Я язах, каждое утро. Утро. Я люблю гулять в городском парке. В городском парке. В городском парке. Шахлар. Ага. Кете 11-ci тапшырығы шахлар. Бұрда да шифайы шәкілді мән сізе дейм, он неде елемейлі диалогту. Вам надо проехать к филармонию, к центральной библиотеке, к цирку или к театру. Яни цирка кетмәлісіңіз, я демәлі китапханы, я филармония, мәсәлін театра. Бұрда образец бар, он еріна мәсәлін. Скажите, пожалуйста, как проехать к вокзалу? Вокзала неде кетмейлар? Я, мәселен, сізді бұрда вокзал сөзіне, мәселен, к цирку дия көрсіңіз, цирку. Отсюда любой автобус довезет вас, мәселен, до цирка дейірсіңіз.
Спасибо, пожалуйста. Бах пилятайша билярсэнс. Это интересно. Марахлады бунда ухуем. Сказка пришла к русскому поэту и писателю Александру Сергеевичу Пушкину, как и каждому из нас в детстве. А сказительницей была его няня Арина Родионовна. Став взрослым, Пушкин собирал и записывал народные песни, сказки, а затем и сам создал чудесные сказки. Среди них сказка о царе Салтане, сказка о рыбаке и рыбке, сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. Сказка о золотом петушке. Ушахлар, бурда да Пушкина да шохлу нағылар бар, белерсеніз, ешмесеніз. Ага, демәлі, бурда да дейлер ке, Пушкин, о да, демәлі, баладжа вақтыннан оның ақыдайасы бар еді Арина Родионовна. О, хәмші она таншырды, ондан сұра екеленнен сұра, уже бөйеннен сұңра, о өзіп баштады. Демәлі, нағылар язмаға, яғни, Хамсын демәлі язырды, хәмі нағыллар еді, хәмі да мағынлар еді, да халқ мағынлары, мәселен, нағылларды, хамсын, яғни, өзі бір китаба еғмышты, өзінің де көзел бір демәлі нағыллары бар, сказка царе салтан, елі білдім ке, сіз білірсіңіз, сказка рыбаке, рыбке, демәлі нағыллар демішкен, білірсіңіз ке, мәнім лайхам бар, сегерлі демәлі, Нағыллар, волшебные сказки. Сіз да хансы бір нағыл істейсіңіз. Әлбетті, мен оны пайлашырам ки, ұшақлар, яғни, рус бөлмәсінде оқуянлар, хәмі де, мәселен, Азербайджан бөлмәсінде оқуян, хамы үшінді ұшақлар. Яғни, мен істейерім ки, хәмі құлаға сасыңыз марақлыды, хәмі де сөздерді, тәләфізді білірсіңіз ки, сізді ирәлләйш оларда, яғни, не қадар чоқ ешідерсіңіз, не қадар чоқ, мәселен, көрерсіңіз, не қадар чоқ язарсыңыз, о қадар да ирәлләйш олар сізді. Она көре де он ағылларды пайлашырам, яғни, баладжа ұшақлар, Ұшақлар да құлаға сал белерлер, яғни білерім ке, қош дұйылар нағылары. Оны көреді ұшақлар, ғансы бір нағыл істесеңіз, әлбәтті, язың коменттерді олары пайлашарам сізден үтчін. İndi, bax, bu dərsimizi belə yekunlaşdırdıq, ұшақлар, әлбәтті ki, görüşərik, davam eləyərik, hələ çoxdur dərslərimiz. Yəni, xoşunuza gəlirsə, əlbəttə ki, abunə olun və paylaşın uşaqlar. Nə qədər uşaq bilər, yəni bu kanaldan, yəni onlara da faydalı olar. Yəni, mənim də kanalıma bir dəstək olarsınız. Çox sağ olun. Görüşərik uşaqlar. Də svidəni, ribətim.